Гроза Гириза. По мотивам украинской народной сказки. Жили-были дед да баба, и было у них двое сыновей, а козы не было. Поехал дед на ярмарку и купил козу. Евдокией звали, ну просто красавица. Утром дед и говорит старшему Володе: «Выгони козу, чтобы попаслась». А вечером? Ела ли ты? Пила ли ты? А что я там ела? Что я там пила? Бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, бежала через плотину, ухватила воды капельку. Столько и ела, столько и пила. На другой день младшего посылает Игорька. А вечером? Ела ли ты? Пила ли ты? А что я там ела? Что я там пила? Бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, бежала через плотину, ухватила воды капельку, столько и ела, столько и пила. Да ты что, сынок? Тогда дед и говорит: «Ну, баба моя, жонка, пришла твоя очередь пасти козу». А вечером? Ела ли ты? Пила ли ты? А что я там ела? Что я там пила? Бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, бежала через плотину, ухватила воды капельку, столько ела, столько и пила. Да ты что, не знал я, что ты у меня такая дурная? Иди, чтоб я тебя не видел. А дед умницей был, сразу догадался, что здесь что-то не так получается. А что же ты, Евдокия, такая лживая коза? Мы к тебе по-человечески, а ты... Извини, зайчик, я здесь теперь буду жить. Я коза, дереза, всему свету гроза. Затопчу тебя ногами, закалю тебя рогами. Хвостиком замету, тут тебе и смерть. Сидит зайчик, убивается от горя. А друзья хоть и смелые, но такого зверя никогда не видели. Я коза, дереза,
всему свету гроза. Затопчу тебя ногами, закалю тебя рогами, хвостиком замету. Тут тебе и смерть. Ой, там такое, там такое! Ой, куда березе? Ой, 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 куда березе? Ой, вколю тебе рогами, топчу тебе ногами, хвостиком замету, тут тобі смерть. Ой, там такое, там такое! Ой, там такое! А я рак, не барак, как ущипну, будет знак. И правда ущипнул, коза убежала. Ой, это же бабина маниста. Ой, коза Тереза, околи ж рогами. А дед и баба, и сыновья их Володя и Игорек тоже горюют. И где же наша козочка, красавица наша? Взяли они ее к себе и больше никогда не разлучались. Сценарист, режиссер и художник Смирнова, композитор Щелковский. Конец фильма.